Угол тупой, тупой значит больше, чем прямой. Вот. А вот такой угол называется острый. По-английски. От слова правильный. Да, правый. В общем, прямой угол будет вот так. Тупой угол – это довольно странное для русского человека слово. И острый угол – значит, плюс и плюс. Остроугольник называют треугольник, которого все углы острые. Идею понят? Да. Все до единого углы острые. Давайте каждую из этих картинок, вот это квадрат, это равнобедренный прямоугольный треугольник, ну а это просто прямоугольный треугольник. Давайте подумаем, можно ли разрезать на остроугольные треугольники. Действительно хорошо. А ведь действительно идея хорошая. Идея в чем? Он догадался разделить на 5 равных частей угол. Вот, смотрите, он взял точку, он взял вот эту точку, так вот продлил, называется биссектриса, разделил прямой угол пополам, взял здесь точку и провел под 72 градуса. Правда, вы мне сразу спросите, это, конечно, замечательно, видно, что здесь 45, здесь 45, это, конечно, углы острые, это меньше, чем 90 градусов. Здесь все по 72. А вот интересный вопрос, почему я уверен, скажем, что вот этот угол острый? На самом деле понятно почему. Потому что здесь идет ровно посередине, дальше расходится, и значит картинка симметричная. То есть вот если так вот загнуть относительно биссектрисы, да? Вот, и значит вот эти два угла равны. А если здесь у нас 72, то тогда надо так, от 180 отнять 72 будет 108 и разделить пополам, будет 54. Значит, действительно угол острый, 54 градуса. 45 плюс 72 это 117. Вот. И там 45, 72, там не хватает 117, 180 минус 117, 63. А вот дальше, ребята, возникает неприятная проблема. Я не знаю, у нас обстоят дела с этой точкой, насколько далеко мы ее взяли. И вот при разных положениях, на самом деле, здесь будут разные величины углов. Здесь будет разная картинка, и поэтому возникает вопрос, уверен ли я, что можно... Ну, во-первых, можно взять транспортир и измерить. В конце концов, не надо бояться просто транспортира. Правда, когда вы будете учить геометрию в школе, то, конечно, за такое решение вам скажут, что а это не строго. Потому что, когда вы берете транспортир, конечно, там есть какая-то точность в измерении и так далее. 45 понятно, здесь 45 понятно. Основная проблема вот в этих углах. Вот этот угол, вот этот непонятно, что с ним, да? Здесь, а тоже кто его знает, можно перекосить картинку. Было бы там лет 20 назад, то я бы сказал, берите транспортир, чертите. Сейчас век компьютеров. Я надеюсь, уже навсегда век компьютеров. Поэтому сейчас есть программа, которая позволяет вам с очень большой точностью нарисовать чертеж и, собственно говоря, все эти углы заметить. Я люблю программу, которая называется «Живая геометрия». На самом деле есть ее разные варианты. В общем, захотите, найдете. Это все совершенно свободно. Да. Вот. Важно, что эти программы, они все очень небольшие. То есть это вам не какие-нибудь там гигабайты, а буквально там пара мегабайт занимает на диске, то есть она вообще ничтожна по размеру, но позволяет делать все школьные геометрические построения. Хотите выучить геометрию, надо с самых первых дней научиться пользоваться этой программой. Это очень легко. Сейчас я, разумеется, это не буду делать, потому что называется, каждый должен сам на эти кнопочки нажать. Но построить, естественно, лучше с помощью родителей, в программе «Живая геометрия» прямоугольный треугольник, построить в нем биссектрису, взять точку, очень советую. И, соответственно, замерить углы и посмотреть. Я же сейчас расскажу вам решение без программы и без транспортира. Потому что и то все-таки требует, чтобы вы лично это сделали, убедились. А я сейчас расскажу то, что можно сказать для всех сразу. Рассказ такой, господа. Я могу и нарисовать правильный пятиугольник.
Все понимают, что такое правильный пятиугольник? Да. Это 5 отрезков одинаковой длины. Я, между прочим, нарисовал меньше, чем на двух, да? 5, здесь я справлюсь или нет? 5 отрезков одинаковой длины, одинаковыми углами. Давайте сообразим, какие там углы. Углы те самые. 72 градуса, это пятая часть от 360. И, соответственно, мы уже сегодня посчитали, 54 градуса здесь. 54, 54 и так далее. Так вот, ребят, смотрите, что я сейчас могу сделать с этим самым правильным пятиугольником. Я говорю, что вот этот вот угол, 54 плюс 54, 108 градусов. Согласны? Да. А значит, я могу чуть-чуть продлить вот этот вот луч. Слушайте, луч, конечно, не продлять, это неправильно сказал. Продлить отрезок. Продлить отрезок до того положения, когда здесь будет сколько? Помните или нет? 90. Ребята, это очень просто. У нас есть вот здесь 54, когда точка движется, то угол постепенно уменьшается, уменьшается, будет все меньше, меньше и меньше. Значит, есть положение, когда ровно 45. Отлично. И в этот момент я очень многое сразу могу посчитать. Если я знаю, что здесь 45, если я знаю, что здесь 72, то я знаю вот этот угол. Впрочем, я его уже считал. Это 63 градуса. Согласны? 63 градуса. Замечательно. Теперь, как превратить все это в прямоугольный треугольник? Ну, понятно как. Надо продлить вот этот отрезок, надо продлить этот отрезок. Ну, я не очень ровно нарисовал, здесь должно быть строго 90 градусов, да? И, разумеется, надо вот тот отрезок продлить. Отлично. Теперь, во-первых, пожалуйста, очень аккуратно нарисуйте это себе в тетради. А во-вторых, на этой картинке давайте просто узнаем величины всех углов. Интересно, сможем мы это сделать или нет? Вот здесь 45, я точно знаю. Здесь сколько? 72, конечно. 54, 54 это 108, а всего угол 180. 72. Так, хорошо. Ну, соответственно, разумеется, здесь 72. Здесь 54, здесь 54. Так, ребят, везде надо пишите. А тогда, смотрите, у вас получается 4 подобных треугольника. Нет, меня сейчас интересуют углы. Я, понимаешь, я хочу просто выписать везде все углы. 60. Меня просили... 63, 54, 63. Я должен это сделать. Так, 54, что там дальше? 72, 72, 72, 72... 63. 63, 54, 63. 63. И вот этот вот угол, да, конечно. Сверху. 63. 54. 54. 54. И здесь 45. Слушайте, вообще-то я вычислил все углы. Задача решена. Потому что я должен был сделать, чтобы все углы были меньше, чем 90. Вот здесь выписаны числа. Ну, 180, это, конечно, не по делу. Потому что это 54 и 54. Да, это два угла. По 54. 108 здесь не должно быть. Все, все. Мы с вами поняли, что прямоугольный равнобедренный треугольник можно разрезать.